как бараны, как скотина. Бараны хуже скотины, да, действительно, бараны, скотина, коровы вот эти в хлевах, они чище живут, чем мы. Мы хотим жить как люди. Помогите нам, пожалуйста. Скоты, как мы скоты живем. А что здесь вообще за помещение? Это получается мойка. Мойка? Да. А как ты здесь, руки вообще моешь? Обычно вот раковина. Продемонстрирую. Здесь получается горячей воды нету, да? Нет, в душе и то отключают. А тебе сколько лет? 8. 8. Ты в школе учишься? Да. Хорошо учишься? Молодец. В первом классе грамоту получила. Да? Как тебя зовут? Самира. Самира? Красиво, красиво у тебя имя. По просьбе жителей 67-го общежития и 26-го общежития, которые находятся на территории города Черчака, редакция НУЗ-УЗ выехала на очередной репортаж. На данный момент я сейчас нахожусь в единственной душевой 26-го общежития. В данном общежитии проживает порядка 150 человек, включая и инвалидов, и лежачих пенсионеров, стариков, а также матерей-одиночек, у которых также есть дети-инвалиды. Вот это их душевая. Здесь люди купаются, при том, что она единственная, я подчеркну, что она единственная. Люди записываются в очередь для того, чтобы искупаться. Ну, про все остальные ужасы данных общежитий смотрите в нашем видеорепортаже. Скажите, пожалуйста, разве в таких условиях могут вообще жить дети? Какое будущее? Вот вы как матери, скажите. А мы же... Да, ну вот и взрослые дети, а да? Человек, деваться некуда. Человек просто не на улицу идти? Нет, конечно. Мы наоборот хотим, чтобы у детей были хорошие условия жизни. Здесь не всем помогают. Понимаете, здесь помогают выборочно. Кому-то помогает Махаля, кому-то нет. Вы знаете, как обидно? Вот у меня тоже ребенок есть, а мне никто не помогает. Помогают семьям, где дети такого же возраста? Да. А почему выборочно? Знаете, помогают многим тем, у кого много детей, взрослые дети, у них есть магазины, они хорошо живут. Почему-то помогают. Короче, богатым помогают. Какой ваш доход в месяц сейчас? У вас двое детей, вы мать одиночка. Я хожу на барахолку. Мой доход, ну если 100 будет в месяц, это хорошо. Она тоже ходит на барахолку. Я детские деньги закончила, получается. Сейчас мне нужно, чтобы до 14 лет оформить. Я справку не могу найти ребенку. Эта справка тоже стоит денег. Мне в Ташкент ехать, я ташкентская. Подождите, у вас 100 тысяч в месяц? Да. И двое детей? Да. И девочка пошла в школу? Да. Это спасибо волонтерам, которые мне помогают вещами. В школу ребенка собрали. Это им большое спасибо.
Иначе я не знаю как. Мы думали, мы вообще в этом году в школу не пойдем. У меня тоже такая же ситуация. А у вас сколько детей? У меня один ребенок. Здесь у нас была акция. У меня ребенок астмой болел. Бронхиальная астма. Знаете, что такое? Конечно. Никто ничего не помогает. Абсолютно. А на учете состоит где-нибудь? Нет, он на учете не состоит. У него справка есть. Потому что он в больнице лежал, ему такой диагноз поставили. Вот здесь он на полу спит. Вот тоже на полу мы спим все. Все на полу, да, спите. А зимой как у вас холодно? Зимой вообще холодно. Мы забиваем. Стекла, видели, у меня стекол нет на окнах. Абсолютно нет. То есть вы меня заселили целлофановыми пакетами? Да, да. Да. А обогреватели нам не разрешают, потому что вот эта штука выбивает. Печки плохо работают. Если вот здесь все начнут включать, вот это вот взорвется, и потом у некоторых не будет света. Или пожар, да, случится? Опасно, да, то есть слушай, вот, и вы мерзнете, да, и днем? У нас иногда свет выключают. Часто выключают? Свет зимой особенно. Летом не выключали у нас свет. А вот как зима начинается, вот с вечера начинают и до утра, и потом вот такие перебои днем бывают. Скажите, а как по поводу кухни у вас? Вот как вы готовите кушать? У вас получается одна кухня на весь этаж или две кухни? Кухня вообще... В принципе, не пользуемся, мы дома готовим. Потому что здесь просто близко есть, кто-то это, ну, кто как справляется, кто-то на газе, кто-то дома на плитке. А какая у вас оплата здесь? Вот, самое главное. Вот скажите, пожалуйста, вот мы слышали, до нас разговор дошел, что Мирзияев сказал, что когда карантин, ну, хотя бы не требовать, правильно, там, налог. А вы знаете, что нам в карантин прибавили? Вот одна комната 300 тысяч стоит. Прибавили почти, ну, как можно вот за это платить? Вот моя комната, моя, она стоит 360. Вы скажите, за что? Отопления нет, это труба для красоты. А скажите, пожалуйста, вам Махаля выделила вот положенные средства, когда вот ребенок идет в школу? Нет. Пособие? Нет. В том году выделила. Махаля? Нет, мне лично ничего не дали. А в каком классе у вас ребенок сидит? В четвертом классе. А ты, Самир, во второй, да, уже? Мне сказали, что я не подхожу по этим, по критериям. Извините, можно я скажу? Я инвалид второй группы. Мне положено по моей маленькой пенсии сейчас. Сказали, что Мирзиёев поднял наш президент всем пенсии, у кого маленькие, до 500 тысяч. Я, как, допустим, получал 350, мне сделали 400, потом сделали 440. На данный момент, пока у меня была пенсия 350, я обратился в Махалю, в нашу, я не помню, как его зовут, вот, Исмар. Он сказал, что вам ничего не положено, хоть вы и инвалид. Вы, говорит, я ничего никому не даю, я только навожу справки, какой состав семьи, сколько каждый человек получает, и все, больше ничего. Я ничего не делаю. Я вот хочу сказать прямо на камеру. Пока у нас чертик, вот как обещали, присоединить к городу Ташкенту с 2005 года, пока здесь Ташкента не будет, у нас в городе Черчике порядка не будет, потому что Черчик – это Сицилия. У нас здесь свои законы. Ташкент выпускает свои законы, Черчик переделывает все по-своему. Что хочу, то ворочу. Дрявое все. Грязи до...
Просвечивание? Ну, сверху да, вот снизу насколько покрытие надежно. И вот постоянно, каждый год, и вот посмотрите даже, вот сырость еще какая. Я почему вот это одеяло вот сюда повесила? Потому что это ужас, ужас. Вот смотрите, какая стена. Вот смотрите, умывальник с этой стороны был, белье вот это все стирает, все льют, а здесь вообще ужас. Вот эта сторона вообще ужас. Вот. Вот, там вообще ремонт я уже здесь 3 раза делала. Видите, это от сырости вот это все отваливается. Вы давно здесь живете? 6-й год уже. А вы куда-то обращались, какими или Махалинский комитет? Ой, все говорили, говорили. И на компьютер все вот это, что мы говорим, все записывали, не знаю. Никакого результата нет. Я здесь живу 2 года с 2 детьми, я мать-одиночка. Нам начали делать ремонт. Сделали, поставили новые двери, потом ремонт бросили. С той стороны нам закрыл дырки сосед сам от себя, пригласил своих ребят. То, что у нас творится здесь, вот, нам сказали, что вы сами должны закрывать. Но у меня, я сейчас не работаю и пособия никакие не получаю. Мне тяжело вот за это выплатить. Скоро зима, отсюда дуют щели. Уже залезали мыши из этих дыр, варанчики залезали. Постоянно тараканы и клопы залезают, хотя мы делаем постоянную обработку от тараканов и клопов. Вот если можете, хотя бы помогите, вот мы малоимущие. Вот мне сказали, что метр стоит 25 тысяч. Ну, я не знаю, где здесь, как это будет рассчитываться, я не могу за это заплатить. Может быть, кто-то поможет нам хотя бы с этой стороны закрыть вот эти вот дырки, потому что дети спят на полу. Горячей воды у нас нет. Горячая вода только в душе. Душ платный. Воду холодную часто отключают. Часто не бывает ни горячей, ни холодной воды. А как вы обходитесь? Стираете или купаете ребенка? Холодной водой. Нагреваем, купаемся на мойке. Или ходим в душевую, туда тоже нагреваем, ведрами ходим. Я здесь живу 2 года. 2 года назад, когда переехала, вот у меня окна. Вот. Второе окно тоже поломанное. Обещали, что не волнуйтесь, мы все к зиме сделаем. Я переехала в начале осени, в сентябре, 2 года назад. Ничего не сделали. А кто вам обещал? Комендант. Никто ничего не пришел. Сейчас у меня второе окно поломалось. Если кого-то здесь просить, все просят деньги. У меня пока нет. Я живу сейчас только в долг. Здесь большинство также. Есть здесь люди, которые лежачие, инвалиды, слепые, хромые. Вот рядом соседка живет, она тоже одинокая, она вообще одинокая, она больная женщина, у нее ноги больные, тоже никакой помощи ниоткуда нет.